Водный бунт бессмысленный и беспощадный. Уже четвертый год подряд в Иванове проходит массовый молодежный флешмоб «Войнушка». На этот раз на поле брани возле фонтана на площади Пушкина собрались более 200 человек. Идея пришла из социальных сетей, из вообще интернета. Мы увидели, решили проводить в Иваново то же самое. Проводим уже четвертый год подряд, соответственно, четвертый раз. Переносили мероприятие 3 раза, и я очень боялась, что людей сегодня практически не будет. Но все мои ожидания просто не оправдались, и сегодня ушло очень много народу, я даже не ожидала. Такая война молодежи по вкусу. Стенка на стенку. Мальчишки против девчонок. И каждый хочет оставить от противника мокрое место. Бесстрашно рвется в бой. Пластиковые бутылки, водяные пистолеты и даже ведра – вот главное оружие этих бойцов. Но некоторые участники акции вооружены и впрямь, как для настоящих военных действий. Кстати, весело. Поливаться, смеяться. В том году меня не было, но в этом году я решил принять участие. Возможно, кому-то такое времяпровождение может показаться легкомысленным. Но для молодежи это повод повеселиться, познакомиться, ну и, конечно же, освежиться в жаркий июльский день. Куча эмоций. Куча знакомых лиц, встретил много друзей детства, все замечательно. В водной битве нет победителей и проигравших. Все уйдут с поля боя одинаково счастливыми и мокрыми. Наталья Романова, РТВ Иваново.